Доброе утро. Доброе утро. Ой, как замечательно. Что нету Вити. Нет, нет, я о другом хотел, что на его месте присутствует такая замечательная наша гостья сегодня. Мы приветствуем в нашей студии Ирину Звягину, которая заняла первое место в клубном чемпионате по реггетону, который прошел в Екатеринбурге на днях. Мы поздравляем вас, прежде всего, спасибо. С этим. Доброе утро, Ирина. Здравствуйте. Ну и, конечно же, в первую очередь Александру, да и всем нашим телезрителям надо объяснить, что такое реггетон. Реггетон – это музыкальный стиль и танец, который пришел из Панамы и Пуэрто-Рико под влиянием различных музыкальных жанров из стран Карибского бассейна Латинской Америки и считавшийся первоначально запретным. Почему? Музыка реггетон достаточно откровенная. И очень дерзкая, агрессивная. В плане движения. Да, именно в том. Прекрасно. У нас даже мысли сходятся. Скажите, пожалуйста, вот сложно ли было одержать победу в этом откровенном и довольно агрессивном танце? Скорее, сложнее было выделиться на фоне других участниц, поскольку каждая... То есть в Екатеринбурге у нас довольно агрессивные девушки? Да нет. Ну просто техника, я думаю, что она одна и та же, да, и да. Все схоже. Да, то есть было сложно вот именно выделиться. Но чем взяли? Как считаете? Наверное, энергетикой больше. Энергетикой. Более мощной энергетикой. Сколько вы уже занимаетесь реггетоном? Чуть меньше года. И уже вот, и уже вот победа. Такие результаты. Да. Есть какие-то планы дальше это все развивать? Конечно, как-то... хочется совершенствоваться и ну нет, я имею в виду выходить, например, на федеральный уровень, на региональный. Танец не распространен так широко в нашей стране. Поэтому боюсь, что до этого далеко еще. Ирина, все утро, да. Мы объясним, да, почему мы смеемся. Тут дело не в вас, просто у нас еще есть режиссер программы, да. Который... Ему тоже просто очень нравится, не терпится. Он нас все сподвигает к тому, чтобы посмотреть, что это за реггетон. Но мы пока потянем все-таки время. У меня такой вопрос. Ну. Нужно ли иметь какую-то базу для того, чтобы научиться танцевать реггетон? До этого нужно обязательно было там ходить куда-то в ансамбль, в танцевальный? Или может совершенно человек, не имеющий отношения к танцу, прийти и научиться? Совершенно, да. Вы правы. То есть, Саша, ты уже задумалась над этим, ты да, Злата? Сможешь. Нет, вот смотри, при чем здесь я? Вот одним из заданий на чемпионате было растанцевать мужчину из зала. Мужчины, на самом деле, очень... Такие все, знаешь, как-то... Тугие на это дело. И отворачивают. Да. Ты очень хорошо показала. Видимо, пыталась очень много раз. А вот как вам удавалось это, Ирина, вот на этом выступлении? Если честно, это удалось абсолютно каждой, потому что это несложно. Реггетон – это музыка, под которой очень сложно стоять на месте. Достаточно приложить немножко обаяния, страсти и просто танцевать. Прекрасно. Ирин, мы сейчас вас попросим нам показать, продемонстрировать ваш триумфальный танец. И просьба от меня лично. Растанцуйте, пожалуйста. Нет, пожалуйста, Александр, я на работе. Ладно, я на работе, я не в клубе. Ирина, не воспринимайте, это всего лишь это шутка. Или нет? На самом деле, у вас получится, проходить. Я уверяю Спасибо. Вас. Ирина, мы ждем вашего зажигательного танца. Итак, на днях в Екатеринбурге прошел чемпионат по реггетону. Ирина Звягинова заняла... Звягина, да, заняла первое место в этом чемпионате. И прямо сейчас мы видим этот чемпионский И прямо сейчас, да, друзья, танец. Мы посмотрим, как это выглядит, танец победителя. Ронка! Mejor artista del género del reggaetón en tus manos, ronca. Simplemente el que habla con las manos, ronca. Grande sentido. Sí. Yeah.
спасибо вам огромное, зрителям. Я напоминаю, что у нас в гостях была победительница клубного чемпионата по реггетону среди девушек Ирина Звягина. Наша программа продолжается. После короткой рекламы почитаем ваши смс.